Жилье эконом-класса возводят в поселке Литвиново. ЖК «Трубино» строит 2 многоэтажных жилых дома. В проекте также социальные объекты. Проблема в задержке строительства. Обеспокоенные дольщики пришли на трехстороннюю встречу с генеральным директором компании застройщика и руководителем администрации района. Сейчас, благодаря Алексею Васильевичу и Андрею Юрьевичу Воробьеву, все документы в порядке. Вся документация в установленном законном порядке вся утверждена. Договора все подписаны, и мы сейчас в данный момент наверстываем сроки. Срок передачи квартир у меня 31 декабря, да. Если вы правильно. Да. Плюс по закону 2014 у меня есть еще 3 месяца. В эти сроки вы все въедете в этот дом. По словам руководства компании, на стройке трудится порядка 80 человек. В ближайшее время число рабочих увеличится еще на 100. Алексей Валов заверил, что возведение домов администрация Щелковского района держит на контроле. Мы каждый месяц теперь будем здесь собираться. Давайте возьмем конец месяца сентября, время там инициативной группы, создайте инициативную группу, пожалуйста. И в конце каждого месяца мы будем здесь собираться, чтобы видеть, каким темпом идет работа, выполняются ли обещания Дмитрия Юрьевича и выполняются ли ваши наказы пожелания. 98% такова, по словам строителей, готовность детского сада в Новом Городке. Рабочие облагораживают территорию, завершают отделку помещений. Ведутся сейчас сборы МАФов у нас, завезли. Шпаклевка, покраска коридорных помещений. С понедельника начинаем как бы пищеблоком заниматься. Готовность детского сада в Первом Советском переулке не такая высокая, несмотря на то, что стройка здесь началась раньше, чем в Новом Городке. Здесь по-прежнему ведутся отделочные работы и благоустройство. Первый Советский переулок огорчает. К сожалению, темпы нас не устраивают. Поэтому завтрашнего дня начинает там совещание ежедневное, 19 часов. Дарья Заснегова, Сергей Василевский, телерадиокомпания «Щелково».